Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Кузяшева Диана, Рязанская чайно-развесочная фабрика. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, сейчас именно вот в вашей индустрии есть некие проблемы, некоторые вопросы, которые висят в воздухе, на которые требуются ответы. Очень хотелось бы от вас поподробнее. Мы, как любой производитель, в текущих условиях сталкиваемся с тем, что существует опережающий рост себестоимости ингредиентов тем ценам, по которым мы можем отгружать свою продукцию в федеральные сети. Потому что за последние полгода очень сильно подорожали там такие ингредиенты, как тароупаковочные материалы, картон, пленка, поддоны. К сожалению, ни одна сеть никогда не примет то повышение цен, на которое мы хотели бы претендовать. Мы столкнулись с тем, что в сегменте дискаунтеров и магазинов формата эконом мы были вынуждены вывести несколько позиций, потому что цена, по которой мы отгружаем сеть, просто не покрывает стоимость прямых затрат на сырье и материалы, и логистику до РЦ-сети. Но мы не сдаемся, поэтому для того, чтобы потребителю конечный продукт был все-таки интересен, мы вынуждены этими сложными условиями генерировать и создавать новинки, которые позволяют своей добавленной потребительской ценностью конкурировать на полке и быть интересным конечному потребителю и, следовательно, торговой сети. Замечательно. Я надеюсь, что мы, как конечные потребители, вскоре оценим и вкус по достоинству, и упаковку. Скажите, у вас какие-то вот новинки есть именно во вкусовой политике вашего продукта, или вы решили пойти по политике узнавания и более яркой упаковки? Вот куда вы двинули вектор своего внимания? Вектор у нас идет по двум направлениям. Первое – это работа с упаковкой для того, чтобы наш продукт был интересен более молодой аудитории. Потому что чайный рынок все-таки он более традиционный, но растет новое поколение, оно имеет свои потребительские ожидания, что-то более яркого, интересного, интересный вкус, интересные купажи, в том числе тренд на натуральные продукты. Поэтому одна линейка – это чай, в который добавлены натуральные ингредиенты в виде трав, ягод, цветов, и линейка с ярким молодежным дизайном, в которой тоже добавлены нетипичные вкусы для чайной индустрии. У нас есть новая линейка «Эль Кальдо». Это такая итальянская линия со вкусами мангового джелата, либо клубничной панакоты. Поэтому очень надеюсь, что к сентябрю это уже будет на полках федеральных сетей, и все смогут это попробовать. Я даже не буду говорить, насколько я этого жду. С удовольствием попробую ваш продукт. Спасибо вам большое и надеюсь, что наше интервью услышат очень много ритейлеров и примут во внимание, что скоро на рынок выходит потрясающий продукт, который точно потребует своего внимания к нему. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже удачи.